Вот за что люблю Путина, так это за его смелость, за его силу воли. Ну, кто-то хочет сказать, что это не так, но ведь он крутой мужик. Он властелин, он президент. Он огромный, он великий человек. У него милая улыбка. Он очень опрятный. Он статный. Великий человек, попросту говоря. Вот когда смотрю интервью с ним, у меня прям душа радуется, что такой человек правит великой державой, Россией. Он как друг для меня. Даже не то чтобы друг. Я бы его назвал, если он так позволил бы, я бы его назвал бы папой. Вторым отцом. Он всегда был честен и остается быть таким. Папа Владимир Владимирович. Даже звучит Владимир Владимирович Путин. Прекрасный, прекрасный человек. Для России он как... Он не как президент. Президент, что взять тех же америкосов, бургерштаты эти. У них президенты меняются каждые 4 года или сколько там. Один ушел, другой пришел, и всем похую. У нас же один великий человек. Он был, будет и останется им. Для России он как... Если его можно сравнить, он даже не человек. Он ангел во плоти. И Россия — это его дети. Это его детище. Детище, наверное, правильнее. И он держит все под своим ангельским крылом. Он не дает прорваться к власти и устроить перевороты таким отвратительным людям, как Навальный. Он все держит в своих железных, так сказать, рукавицах. Замечательный человек. Если была бы у меня возможность, я бы хотел бы подойти к нему, пожать его за руку и сказать: спасибо вам, Владимир Владимирович. Обнять его после этих слов и сказать на ушко: спасибо вам, Путин, за крышу над головой, за стенами, в которых я живу. Да, тут бывает не тепло, но если бы не Владимир Владимирович, кто бы знал, где бы я сейчас вообще мог оказаться. Может, я поумер в канаве, а может, даже не родился. Владимир Владимирович любит всех. Всех. Всех, включая меня в том числе. Он помогает людям. Дает пенсию пенсионерам. Дает мне образование, жизнь. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что я могу пойти в магазин на своих двух ногах, купить себе попить, поесть. Этого, в принципе, достаточно. Спасибо, что я могу помыться.
Да, могу помыться, когда идет снег, потопить его, но тем не менее. Ой, спасибо вам. Очень хороший человек. Молодец, просто умница. Он ловит ручку на лету. Он всемогущий. Я бы даже назвал его, он помогает даже вот, что хотел сказать. Он-то помогает помимо России, всей России необъятной, самой великой стране, самой большой стране, но еще и другим странам. Прервалась съемка. И вот я продолжу. Насколько нужно быть добрым душою человеком? Нет, скорее неправильно выразился. Ну, крестьянин. Насколько нужно быть доброй души человек? Должен быть доброй души человек, чтобы помогать помимо своей стране еще и другим. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. Вы всегда останетесь в моем сердце, и навечно я вас буду считать своим вторым отцом. Вы дали мне все. Я, когда захотел приехать поработать к вам в Россию, вы мне дали эту возможность. Вы даете возможность всем. Не все за нее берутся, не все считают, что это возможность. Но вы, только вы можете предложить людям хорошую жизнь. Не все это ценят, да, но не все хорошие, порядочные люди, как вы. Многих лет вам здоровья, жизни. Живите до 100 лет, а лучше больше. Вам обязаны все. Вы не обязаны никому, потому что все, что вы могли сделать, вы уже сделали. Спасибо вам огромное, папа. Извините, если я так прям грубо, папа, но вы для меня как второй отец. Я об этом уже говорил. Дай вам Бог здоровья. И в честь этого я для вас хотел бы спеть песню. Да, она уже была спета другими, но для меня это будет считаться как долгом. Потому что я вам дать не могу ничего, но песню я могу спеть. Даже немножко станцевать. Возможно, сейчас опять прервется запись, но будет как будет, значит, будет склейка. Черт. Много лет прошло с тех пор, когда в союз проник раскол. С перестройкой подло влился, когда занавес открылся. С запада влетела птица, кровожадная орлица. Но пришел Владимир Путин и сказал: жить лучше будем. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял, Россию Путин не предал.
В новый век вошла Россия и вздохнула с новой силой. Курс взяла на возрождение после Божьего забвения. Еврозапад взбеленился, грязной ложью навалился. Вежливо ответил Путин: нас не трогай, мы не шутим. Владимир Путин молодец! Политик, лидер и боец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал. Владимир Путин молодец. Политик, лидер и боец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал. Владимир Путин молодец! Политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал. Россию Путин не предал. Слава России! Слава России! Слава Владимиру Владимировичу! Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо! Спасибо вам! Все, что смог.